Всем привет, Дмитрий и компания Миртес. У нас с вами новая квартира, будет здесь коротенькое видео. Просто покажу, какую квартиру пришел сегодня обрабатывать и что здесь будет в отношении гарантийных обязательств перед клиентом. Клопы здесь видно, что уже не первый год. Диван новый практически. Я его постараюсь спасти. Но на самом деле некоторые бывают диван 70-х годов, еле заставишь выбросить, то и не заставишь. Здесь диванчик очень хороший, в хорошем состоянии. Но клопы здесь атаковали его достаточно серьезно. Но диван уже, я как сказал, в очень хорошем состоянии на самом деле, поэтому его я буду спасать. Этот диванчик я тоже разрешил не выбрасывать хозяевам квартиры. Это тоже некоторые дезинсекторы говорят: как вы так говорите, что выбрасывать, что не выбрасывать, неужели вас слушают? На самом деле, а куда деваться, конечно, слушают. Потому что гарантию и прочее даю я, а не человек. И степень зараженности и прочее определяю я. К счастью, опыт мне это позволяет делать, и мои клиенты мне доверяют. Да, большинство дезинсекторов, которые сейчас смотрят это видео, тоже скажут: диван, конечно, выбрасывать надо было. Зачем ты разрешил его оставить? Сейчас объясню, почему разрешил. Вот здесь висели ковры. Ковры я оставлять, само собой, не разрешил. Ковры в помойку. Просто на них тратить 10-20 литров препарата дорогущего я не стал. Вторая комната. Здесь все не так плохо. Матрас я тоже разрешил не выбрасывать. Ковер я сказал на помойку. Его необходимо утилизировать, который висел на стене. Ну и вообще эти ковры на стенах — это пережиток прошлого. Они сейчас уже не нужны. Эти дополнительные пылесборники, которые только насекомые в них заводятся, их сложно потом обработать, а и нашему здоровью они вредят. Ну а теперь в целом про гарантию и про эту квартиру. Живет здесь пенсионер, вот, и поэтому я эту квартиру сделал с доплатой за сильную зараженность, и гарантию я здесь не дал. Гарантию я в такой квартире, конечно, дать не могу. Здесь необходима будет еще одна повторная обработка через 2-3 недели. Она будет с небольшой скидкой, но как минимум две обработки необходимо провести в этой квартире для того, чтобы 100% избавить от клопов. Чудес я не обещаю, как некоторые говорят, что вы просто какие-то чудеса творите. Нет, все в рамках Санпина, и стараемся делать максимально качественными, только хорошими, дорогими препаратами. Дмитрий, компания Миртес. Начинаю обработку. Ну и в целом квартира чистая, не захламленная. Поэтому я думаю, проблем тут не будет.